Ну и лидеры после короткой программы. Меган Диамели и Эрик Редфорд, выступающие за Канаду, набравшие совершенно феноменальную для себя сумму в короткой, выступившие, ну, практически безупречно. Сейчас попробуют совладать с нервами и справиться с теми оценками, которые получили Ксения с Федором. Вот вы видите, в нынешнем сезоне набирали 138 Меган и Эрик, а чтобы оказываться первыми, им нужно набирать больше, чем 139 баллов. На финале Гран-при очень часто ставят, как, скажем так, подведение первой части итогов. Если пара хорошо катается, то, в принципе, судьи не жалеют, ставят... Повыше оценки, чем в сезоне. Да, чем до этого. То есть здесь как бы просто у Ксении этот тулуп не получился, как раз-таки какие-то там, может быть, полбалла и не хватило для season best. И элементы. Я бы сказал, переход. Четверной выброс сделал. Четверной хорошо. Это хороший заезд. Здесь ничего не скажешь. Мне, честно говоря, интересно будет посмотреть, как по компонентам опять оценят ребят обе эти программы. Я повторю, что я абсолютно не согласен с короткой программой. Поэтому опять параллельное катание, то есть никаких сложных переходов у ребят нет. И оценивают очень высоко. Здесь тоже доборолись ребят. Вот то, что не получилось у Федора и Ксении, выполнила Меган.
Да, оценка растет такими стремительными темпами, что сейчас техника... Ну, технику, да, технику выиграют, потом вот этот злосчастный каскад, во-первых, конечно, будет повыше. Во-вторых, все-таки параллельный тройной лут. Во-вторых, где-то судьи не жалели, да, не жалели в плюсах, поставили очень высокую оценку за подкрут, за тройной. Ну, вот это перед поддержкой, там вот как раз та самая. Это как раз та самая, да, спираль, которая ценится одинаково, но она тоже идет у них очень с большим плюсом, хотя ребята просто проехали в ласточке. И опять же, я думаю, что компоненты опять им поставят очень высокие, но я не очень сильно, если честно, могу понять, за что здесь можно ставить девятки и под 10 баллов оценки. В плане скейтинг, скиллс и владение коньком, транзишн. Здесь вообще нет транзишна в этой программе. Это просто одни простые заходы и выполнение элементов. Это видно невооруженным глазом, даже не профессионалу. И никогда они этим не славились. Но оценки за это всегда почему-то получают очень высокие. То есть сейчас все-таки начинает работать имя и я думаю, что, понимание что, того, что лидеров нет. Я думаю, что да. И что еще очень сильная канадская федерация все-таки тоже какую-то поддержку оказывает. Потому что нет совсем одиночников у сборной Канады. И поэтому в танцах и в парах сейчас сделана ставка. Ну, ребята сегодня действительно хорошо катались. После очень хорошего выступления Федора и Ксении собрались, сделали то, что они умеют. Пусть была ошибка на тройном луце, но это был луц, а не тулуп. И это действительно сложнее. В принципе, две равносильные программы, но вот этим прыжком ребята, конечно, подкосили немножко сегодня себя в плане борьбы за золото. Я не думаю, что сейчас что-то изменится в турнирной таблице. Хотя, я повторюсь, вторую оценку столбовых климов это... должны выигрывать абсолютно точно, но я не знаю, то есть я не знаю, может быть, я каким-то другим видом спорта до этого занимался, я не понимаю теперь, как нужно кататься, чтобы... Все-таки тот самый субъективный фактор, которого пытались уйти, видимо, нужно уйти, кататься, да? Вот так вот, простой заход, разогнались, сделали там 5 перебежек последовательно, сделали выброс небольшой. Ну, мне кажется, в Амстане можно сейчас это себе уже позволить и не должна упасть вторая оценка. Нет, на самом деле мы не хотим как бы понижать. Я сейчас не о том, что хотим, не хотим, а о том, что если вы себе это позволите, вряд ли у вас будут оценки ниже, чем у канадцев. Иногда просто обидно смотреть, что когда мы с Таней и Алена с Робином двигали это парное катание вперед на протяжении 4 лет, ставили такие сложные программы, а теперь и с этого сезона выходят люди и набирают такие оценки за вторую оценку, такую высокую, за абсолютное отсутствие программы. Конечно, иногда немного обидно, что вроде бы ты за эти оценки столько делал, столько тренировался, учился, работал с хореографами, а здесь, оказывается, особо и делать-то ничего не нужно. Мне нечего сказать. Все говорят профессионалы. Кому доверять, как не чемпиону мира, олимпийскому чемпиону. Да, первыми, конечно, становятся канадцы. Что интересно, они становятся первыми и в произвольной программе. Не только в оценке за технику, но и в оценке за компоненты. Они практически не уступают Ксении Столбовой. Очень высокие оценки. 146 баллов – это очень высокая оценка. Это такая же, много, как да. Была в короткой программе, очень высокая. Это очень высокая заявка на этот сезон. На чемпионат мира 146 – это очень прилично. Очень много. Ну и выигрывают спортсмены из Канады этот финал Гран-при. На втором месте Ксения Столбова и Федор Климов. Точно, абсолютно эти оценки нашими спортсменами заслужены. Что касается канадцев, вы все слышали сами. Второе место у Ксении Столбовой и Федора Климова. И, к сожалению, Юг Кавагути Александру Смирнову не удалось подняться выше по сравнению, да, с короткой. Второе место абсолютно, я могу согласиться, но с оценками за вторую оценку, за компоненты, это, конечно, какой-то, не знаю, сюрприз для меня.